В минувшие выходные команды «Стальные лисы» и «Стальные топоры» вновь сошлись на льду в благотворительном матче. Более 30 тысяч рублей собрали спортсмены для общества инвалидов Ленинского района. Несмотря на упорную борьбу любителей, в «Стальном дерби» уже второй раз победила команда молодежки. Полноценный матч в три периода и реальное стремление победить. Исключением стало лишь полное отсутствие силовой борьбы. В этот вечер на льду были продемонстрированы лучшие стороны товарищеского матча. На красивый хоккей пришли посмотреть и Агата с друзьями. Болеть почему-то решили за топоров. Да не знаю, как бы решили за них болеть сегодня. Так-то мы и за них, и за тех, и за этих, но нам сегодня сказали за них болеть. Мы любим эту команду. В прошлом году игра была легкой и непринужденной, и на лед в составе «Лис» выходил даже их талисман Тимоша. В этом «Стальные топоры» уверенно вели игру. На протяжении первого периода любители лидировали в счете 2-0. Матч был очень серьезный. Он благотворительный, этот матч. Ребята, вот «Стальные топоры» настроились очень прилично. Хотели дать бой. Вот матч такой получился. Уже во втором периоде «Лисы» перехватили инициативу, а в третьем им удалось сравнять счет и даже изменить результат в свою пользу. До последней минуты команды боролись за шайбу. Игроки молодежки отметили, это «Стальное дерби» было напряженней из-за лучшей игры соперников. У них поменялся состав, и игра была более упорная, чем в том году. В том году всего 7-1, а в этом году 4-3 всего лишь. Болельщики увидели красивый хоккей и приняли участие в розыгрыше призов с логотипами обеих команд. Более 30 тысяч рублей удалось собрать благодаря матчу. Эти средства в ближайшее время будут направлены в общество инвалидов Ленинского района. Анастасия Бандурина, Дмитрий Федотов, информационная служба медиагруппы «Знак».